О, я смотрю, у нас новенький, да? Здрасте. Ну, с вами проблем не будет. Здесь подкачаем, здесь подтянем. И вот так будет. Только я это... хочу вот таки вот стать. Ну, в принципе, нет ничего невозможного. Реально? Я готов? Готов. Ты, молодой человек, конечно, по адресу пришел, вот только добиться таких результатов одними тренировками будет невозможно. Пора тебе переходить на спортивное питание, и скоро ты себя не узнаешь. Раз, два, три, четыре. А что у нас с питанием? Ну, все как у людей, котлетки, пельмешки, да? Запомни, чтобы стать вот таким, нужно особое питание. Это что там, всякие порошочки? Я еще жениться хочу, детей. Да, осведомлен ты, так себе. Давай, 3-4. А большинство людей думают, что приравнивают спортивное питание к анаболическим андрогенным стероидам. Но, в принципе, они не имеют к этому никакого отношения. Это та же самая еда, только более сбалансированная. Всем известно, что при правильном питании нужно кушать часто и небольшими порциями. Обычному работающему человеку сделать это очень сложно. Специально для таких людей было придумано готовое питание с повышенной биологической ценностью. Оно поможет получить необходимые вещества и существенно увеличить эффективность тренировок. Давай же, тренер! А я скоро стану таким. К Новому году успеем, а? Конечно, к 2016-му. Строительный материал нашего тела – это протеины или попросту белки. Если их не будет хватать, роста мышц ты не дождешься. А чтобы восстановиться после тренировок, обычной еды тебе не хватит. Вот тут-то на помощь и приходят протеиновые коктейли. Чтобы восстановить силы после тренировок и повысить свою выносливость, не обойтись без аминокислот, в том числе без L-карнитина. Он помогает сжигать жиры, снижает уровень холестерина, защищает сердце и сосуды. Ну что, тренер, как эффект? Я уже 2 часа занимаюсь. И что, даже не устал? Нет. Тогда еще 2 часа. Понял. Для наращивания мышечной массы нужны углеводно-белковые смеси. Их еще по-другому называют гейнеры. Львиную долю в составе коктейля занимают углеводы. Они дадут организму дополнительную энергию и создадут благоприятные условия для роста мышц. В составе гейнеров также есть витамины и минералы. Иногда туда добавляют креатин и глютамин. Так или иначе, общая калорийность дневного рациона повышается, и тренировочный процесс будет максимально эффективным. Слушай, парень, может тебе все-таки домой? Ты уже 3 часа занимаешься. Я слишком долго шел к своей мечте. Меня теперь ничего не остановит. Понятно. А пойдет командир дежурной по рубрике попросит этому молодому человеку выходной на работе. А лучше так. Да.